29 июня стояла защита дорожной карты Института физики Казанского федерального университета. Это уже третья версия дорожной карты института. Изменения вносились как реакция на внешние воздействия. Неизменным оставалась стратегическая цель – попасть в 100 лучших университетов мира. Я думаю, что не имея амбициозных целей, мало что добьешься. И теперь вот что такое для нас, вообще говоря, предметный рейтинг? Это тот самый детектор, к которому мы привыкли, который должен измерить, оценить в той или иной мере, как мы с вами работаем. То есть это не есть реально сама цель, а это есть тот детектор, который позволяет нам понять, и благодаря, в общем-то, в том числе усилиям и зарубежных агентств, как мы с вами работаем. Стоит отметить, что на базе Института физики ведет свою работу САЕ-Астровызов. Основная работа института видится в том, чтобы инициировать больше междисциплинарных проектов в связке с другими подразделениями и партнерскими университетами. Например, внимание заслуживает направление на стыке физики и инженерии. Так, в ходе выступления упоминалось и о создании медицинского оборудования. Благодаря взаимной заинтересованности, тесная работа по постановке задач идет постоянно. Три лаборатории работают физических. Одна как бы по ИМР, вторая, так сказать, вот, вернее, третья группа, которая сейчас структурную биологию с ЕМР ушла, это вот Альберт Вартанович. И еще одна группа, это по лазерам. Давайте подумаем, как провести нормальные доклинические исследования в первую очередь и на базе на Парижской коммуне. Собравшиеся пришли к выводу, что, учитывая историю, возможности и перспективы надежды, возлагаемые на Институт физики, вполне оправданы. Однако для этого следует преодолеть собственное внутреннее сопротивление. Если мы не пойдем и не будем работать со школами, мы ничего хорошего не получим на входе. Не получим ничего хорошего на входе, мы потратим усилия несколько раз больше для того, чтобы кого-то хоть воспитать. Институт физики дал представление, свое видение по лабораториям для молодых. Как минимум 3-4 должно быть, либо 5-6, чтобы у нас был отбор. Второй вопрос по профориентационной работе. Может быть, мы введем гранты для учителей школ физики, я условно говорю, там, по итогам поступления в Казанский федеральный университет на физфак. Стоит отметить, что Институту физики стоит вести тщательную работу с поступающими. В этом году университету госзадание уменьшено на 200 миллионов рублей. Это по студентам. Порядка 200 миллионов рублей. Откуда это все идет? А это вот все это сокращение не потому, что там плохо, там государство что-то. Да, там есть проблемы с определением нормативного финансирования, которое сейчас есть. Это проблемы с отчислением. В целом проект дорожной карты Института физики Казанского федерального университета прошел защиту. Будут внесены некоторые корректировки, которые лягут в основу работы института. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.